Здравствуйте, Ольга Валерьевна. Скажите, пожалуйста, какова эпидситуация в республике на сегодняшний день? Уважаемые жители республики Саха-Якутия, санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется наличием 59 новых случаев выявленной коронавирусной инфекции. В городе Якутске выявлено 23 случая, в Мирнинском районе 7 и в Аймекунском районе 6. Это из-за больших случаев групп заболеваний именно в этих трех муниципальных образованиях. В 11 районах республики от 1 до 5 случаев зарегистрировано. Все случаи выявляются Роспотребнадзором совместно с учреждениями здравоохранения. Основная база их выявления – это острые респираторные вирусные заболевания. Уважаемые жители республики Саха-Якутия, сейчас пришло время, тогда, когда мы начинаем болеть ОРВИ. И, соответственно, особое внимание должно быть именно к этому заболеванию. В связи с этим медицинские организации готовы в любой момент выехать по вашему вызову. Поэтому при выявлении признаков ОРВИ, соответственно, значит, сразу просим вызывать участковых врачей по месту вашего жительства. Ситуация по больным, которые находятся в наших больницах сегодня, особенно тяжелым, она характеризуется наличием, соответственно, ситуации, при которой в основном тяжелеют граждане, имеющие хронические заболевания и возраста старше 60-65 лет. Необходимо обратить внимание, что эта группа как оставалась, так и остается самой сложной группой именно в течение заболевания. И, соответственно, их охрана и забота о них сегодня является одной из базовых проблем и решения вопросов по их как вакцинации, так и выздоровлению является основной задачей всех учреждений здравоохранения и органов государственной власти на территории республики. В связи с этим еще раз обращаю ваше внимание на необходимость соблюдения, в том числе и гражданам, которые достигли возраста 65 лет, соответствующих мер поддержки, соответствующих, значит, мероприятий, направленных на сохранение собственного здоровья. Берегите своих старших братьев, сестер и родителей. За сутки в республике проведено 1680 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 949-428 тестов. На 17 февраля 2021 года в республику поступило в общем количестве, исключая в том числе вакцину, которая поступила до этого, 42 412 доз вакцин. На настоящий момент первую дозу вакцины получили уже 27 540 человек. За сутки через наши кабинеты вакцинации прошло 1000 человек. Необходимо обратить внимание, что полученная вакцина в третьей партии непосредственно размаркирована и на настоящий момент передается в муниципальное образование Республики Саха-Якутия. Мы говорили о том, что основным приоритетом будут являться прежде всего те муниципальные образования, которые, значит, имеют определенного рода природно-климатические условия, при которых, соответственно, необходимо осуществить доставку вакцины в труднодоступные отдаленные населенные пункты. Но главный приоритет – это пожилые граждане. Вторую вакцину в республике получила уже 9679 человек. За сутки, соответственно, это 1809. Таким образом, наши учреждения здравоохранения работают с двойной нагрузкой. Помимо первой вакцины происходит и вакцинация второй партии. На настоящий момент основной, значит, заботу властей сегодня и внимание властей представляют собой дети, которые у нас сегодня пошли в наши школы, и, соответственно, значит, сегодня они и являются теми, кто может непосредственно все-таки большое количество представлять собой большое количество групп, которые могут заражаться и заражать, соответственно, своих родственников. Поэтому внимание к старшему поколению и к детям. Ну и, конечно же, желаем всем здоровья.